И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Мы продолжаем прохождение игры Ведьмак. Дикая охота. В прошлой серии мы подготовились к убийству Грифона. И сейчас, собственно, поедем ему наваляем люлей. Так, только для начала, наверное... А хотя ладно, не будем к ремесленникам заходить. Думаю, мы и так справимся. Ну, я надеюсь на это. Так... Ой, блин, сбил ребенка. Негодяй я такой. Надеюсь, это он не мне. Так. Вперед, плотва. Тихо, тихо, не вперед, а спрыгивай. Так. Речка, золотая нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Так, готов. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Ну пойдем, посидим. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Не, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Пондер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Хм. Так, ну где эта птичка? Ох, твою мать. Здоровенный падла. Погоди. Так, что ты там мне дал? Арбалет? Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Так. Карты? Тебя раз. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Сейчас займемся. Так, ну из арбалета только научитесь стрелять. Чем его огнем потравим, наверное. Где там? Паскуда. Или нет, сюда. Давай его оглушим, блин. Да твою мать. Ух ты, паскуда. Ох, твою мать. Тихо. Так, так, так. Ну-ка, не буянь. Куда полетел? Тварина, ну-ка иди сюда. Ох тут. О, бежим. Бежим. Сейчас завалит нас. Ага, конечно.
Так ты чё меч спрятал, слышь? Так, еще. Ох ты ж, твою мать. Ладно, надо с ним поаккуратнее. Давай. Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Так, ну мы поняли. Выиграл его в карты, пока Ну-ка, Ведьмак другой вариант. Валетом. Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Кстати, а как арбалет-то выбирать? Что-то же не показали. Подстрелили бы его немножко. Фига. Так, MTX, чтобы подтвердить выбор. А, вот, чтобы выпустить болт из арбалета, нажмите R1. Вчера. Ну, блин. О, болты. Так он же... Какой там знак стоит? Мы же его огнем потравим. Давай огнем. Да, конечно. Ох ты, паскуда. Ох ты ж. Ой. Ох ты ж, блин. Так, валим. Что ты? Тихо, тихо. Разлетался. Паскуда. Ах ты ж. Да уходи ты что-то. Тварь. Отстань от меня. Тут ты смотри. Давай лечись. Назад. Да что ж такое-то, а? Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. Рядом. Пойдем, здороваемся. Так, давай, Катин.
Мы это все Рабали. видели. Выиграл. Ведьмак сорвать, ну хватит. Так. Береги! Ну что, паскуда? Паскуда. Назад. Да. Ох, твою мать. Назад. Тихо. Ах ты ж. Назад. Назад. Конечно. Не упускай его. Да что ты делаешь? Давайте еще полечимся пока. Блин, пропустил. Травушки. Ага, да его следы, видимо, кровавые. Мыло. Блин, надо было лошадку взять, наверное. А я что-то... Паскуда. Ох ты ж, падла. Да что ты, оглушил нас. Так, почему ты без меча, дурак? Конечно. Но завалился, падла. Валим. Давай. Ух ты, паскуда. Куда? Ох, мать твою. Ублюдок. Так, убили мы его, короче. Пополнение припасов, количество масел, эликсиров и бомб ограничены, и они могут закончиться. Чтобы пополнить запасы, войдите в окно медитации. Если в рюкзаке есть алкогест, его можно приготовить из крепкого алкоголя. Он автоматически будет использован для пополнения всех ваших химических припасов. Фух.
Убили мы эту бестию. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Так, например? Например. Удар сверху из восьмой позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Лады. Так, что нам надо? Вы потрошить или как? Так, мост чудовища, дымный кристалл, перья Грифона, трофей Грифона. Так, мутагены. Вы нашли мутаген. Используйте его, чтобы улучшить умение или приготовить особое зелье, которое называется мутагенным отваром. Откройте окно персонажа, чтобы узнать больше. Давайте улучшим. Мутагены. Поместите мутагены в соответствующие ячейки, чтобы получить бонус к характеристикам персонажа. Так. Мутаген из Грифона. А, здоровье плюс 50. Неплохо, неплохо. Так, мутагены и умения отмечены цветом. Поместите мутаген в поле, где есть хотя бы одно умение того же цвета, чтобы увеличить его бонус. Ну, извините, пока нема у меня. Так, умения мутагенные. Умения, которые цветом отличаются от мутагена, не увеличат его бонус, это не влияет на бонусы, полученные от других умений. Ну, понятно, короче. Чем больше умений на поле совпадает по цвету с мутагеном, тем больше бонусов. Прикольно. Мутагена также можно использовать для приготовления синергических эликсиров, называемых мутагенными отварами. Так, такой зелененький. А у меня есть тут что-нибудь? А, тут я еще ничего не качал. Это что у нас? Повышенная сопротивляемость. Приготовление масел. Верная рука создания бомб. Стойкость, ясность мысли. Понятно, ладно. Будем знать, будем знать. Так, давайте fast travel устроим. Так, как-то место силы. Тварюги будут появляться. Вот давайте сюда. Ах ты ж, блин. Ну там скоро развилка будет. Ладно, давайте. До развилки дойдем. А, вот она. Слезай. Башка Грифона. Так. Быстрый переход. И вот теперь в Нильфгаардцам. Так, и нам надо наверх. Там капитану или какого там величать. Вы пропустите, да? Отлично. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Сурово. Чего? Да.
Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку. Они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха, тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Убил я Грифона. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиме. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Ну, в общем-то, по-честному все. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Так, диалоги ограничены по времени. Так, некоторые диалоги требуют быстрого ответа. Брать реплику, пока время не истекло. Так, ну мы... Ну, возьмем, конечно. Мы ж все-таки... Зря, что ли, мочили-то ублюдка этого пернатого. Вот, подожди, а там это... Его прям... А где... Здесь это происходит. Ну да ладно. Звуки не очень, конечно. Так, сиреневый крыжовник. Вместе со всем миром приготовились покинуть. Так, ну давайте не будем прям покидать сразу. Я хотел там еще всяких. А, ну да. Лотушка. Я хотел еще всяких чудищ поубивать. Да и просто квесты поуполнять можно было бы. Так, тихо, тихо. Давай-ка слезем. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, волки позорные. Ну, бери, что там. Волчары. Ну что, все. Так, полутаем. Полезные штуки. Так, а давайте съездим к этой самой. Как ее там? К травнице. Мы что, обещали, по-моему, вылечить девушку-то. Так, где она? Вот сюда. Пошла. Да, ладно. Уж утопцы. Что-то у вас тут прям... Многовато. Ну, а здесь что? Привал кто-то устроил. О, задание можем взять. Теперь помедленнее. Давай. Или это охотник? А, купец. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал. И по делам мне...
Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Это, наверное, его повозку мы нашли. Было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Хорошо, поищу твой. Ладно, скажу. Когда найду сундучок, дам знать. Так, это нам обратно возвращаться? Ой, я что, горю, что ли? Так, травушки. Вот. Место силы. Опять же какая-нибудь дрянь вылезет. Медальон дрожит. Это место силы. Ох, мать твою. Призрак шестого. Куда? Так, где этот призрак? Ну-ка, иди сюда. Назад. Да, конечно. Фига, у вас тут что-то понабежало, слышите, демоны. Ох ты. Так. Ну что, попробуем. Так, зачерпнуть силу. Прикольно. Мощно как все увеличено. Так, мы получили очко умений. Так, где оно? Есть оно у нас? Да, очко умений одно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Знаки. Ар. Так. Ладно. Так, что у нас? Повышенная сопротивляемость. Увеличить порог передозировки. Так, масло можно готовить. Масло, нанесенное на клинки, с вероятностью 3% может отравить жертву при каждом ударе. Так, это что у нас? Создание бомб. При прицелении бомб время замедляется еще на 15%. Так, мутация. Каждый известный рецепт первого химии добавляет 1 очко к порогу интоксикации. Испытание травами. Если интоксикация больше нуля, время автоматически замедляется, когда противник начинает контратаку. Прикольненько. Может, тогда это возьмем. Или все-таки атаки мечами прокачаем. Быстрая атака. Мощная атака. Так. Да, давайте мощную атаку купим пока что. Так, Акси. Акси это что у нас? А, влияние на разум. Ну ладно, может понадобится.
Лошадка. Побежали. Так, а куда мы сейчас выйдем? А это мы пришли в деревню. А, блин, а куда я? Черт. Надо было переключиться, это задание. Так, на смертном Андре. А, между большим, да, готовясь к охоте на грифона. Чудовище напало на девушку. Приготовить эликсир ласточка. Ладно, давайте еще сюда сначала сходим. Прыгай. Так. Ладно. Что ты? Быстрей. Вообще не в ту сторону пошел. Эх, ладно, бывает. Так. Судя по воске, она заехала в болото. Так, ну-ка, меч наготове. А вот и повозка. Так. Тут еще есть. Все. Воска утыканная стрелами. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Ой. Вот топцы. Ну-ка. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Ну, скорее всего, врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью человеческой. Ну, груз мы взяли, поэтому валим отсюда к херам. Не хочу с ними драться сейчас. Лошадка. Пойдь сюда. Ах ты.
Упопец. Херов. Тихо, тихо, тихо. Так, ну нахер, короче. Тихо. Ох ты ж, блин. Конечно. Хамили вообще. Ладно, валим. Так, у нас еще одно очко умений. Так. Значит, что у нас еще есть? Защита нет, вот так вот. Умение. Ну-ка, солнце и звезды. Днем вне боя здоровье становится на 10 очков быстрее, ночью в бою энергия становится на 1 очко быстрее. Так, инстинкт выживания. Увеличивает максимальное уровень здоровья на 500 единиц. Техника школы кота. На каждый элемент легкого доспеха увеличивает шанс критического удара. Давайте пока здоровье себе увеличим. Вот так вот. А, еще надо активировать же. Да, пока вот так вот сделаем. И побежали к нашему. Так, тихо, тихо. Торговец-то. Хитрый какой. Что нам сейчас что? Расскажет? Нашелся сундучок твой. Я тебя раскусил. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. И че, будем гоняться за ним еще, что ли? Вот оно мне надо. Плотва. Время догнать купца. Твою мать. Ну. Да что ж ты делаешь, а? Как его сбросить-то? Давай быстрее. Ты смотри, а? А, может я его просто... О, ну да, так проще. Чем? Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгиермер, 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к Нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных,
Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Так. Что же выбрать-то? Можно отправить его к Нильфгардцам, они его казнят к херам. Можно отпустить, но оставить лекарство себе. И пусть живут-то партизаны, в принципе. Нам-то какое до этого дело, собственно? Если нам плату дадут за это, то... Пусть. Добро. Езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славные виктории в сражениях с Нильфгардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но мужик ты порядочный. Возьми вот золото. Я же обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фолькаста. Вот так вот. Так, что тут еще у нас интересного есть в округе? Так, броник. Точило. Ну, сколько мест интересных тут. Неизвестное место. Нужно сюда завалить это лихо. Ай. Прям тогда мы его не смогли завалить, может сейчас получится. Что уж. Колодец. Так уж, задание сюда возьмем. Или там, по-моему, нету. Ведьмачьи заказы. А, вот, лихо. Ну, а, сначала вот так вот надо. Ну ладно. Давай поговорим. Блин. Ладно, сюда. Будем готовиться к битве-то. Так же, как к Грифону готовились. Так, бежим, 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 бежим. Вход-то. А, вот он. Ну, здорово. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас похватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Так, ладно. Как призрак выглядит? Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он. Отличное описание. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Ну,
Давай обсудим награду. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Так, Шторг. Чтобы потребовать более высокого вознаграждения, выберите сумму с помощью L и нажмите X для подтверждения. Если собеседник примет ваше предложение, вы договорились. Если вы потребуете слишком много, ваш собеседник будет недоволен. Не торгуйтесь до упора, иначе он прервет переговоры. Так. Давай вот так вот. Вот и договорились. Чё-то ты резко это. Ну, ладно. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Ну ладно. Пора читать о полуденницах в бестиарии. Так, идем с бестиарии. Бестиарий. Так. Бестиарий. Так, духи и призраки. О, лихо у колодца. Так, на долю обитателей Белого Сада выпало куда больше страданий, чем они могли вынести. Войска потоптали их озимы, Грифон начал таскать скот, и будто и без этого селению не доставал обед. В ближайшем колодце завелась полуденница. И вовсе не странно было, что это создание, как бы венчавшее в себе до Белого Сада, местные прозвали Лихо. Ведьмак чувствовал, что нечто связывает полуденницу с местом ее обитания, значит, что отправить ее душу в мир иной Геральт должен был сперва разгадать ее секрет. Когда же это было сделано, началась подготовка к битве. Полуденница – существо весьма опасное. Она может сбить противника с толку, ослепив его, или создав собственное зеркальное отражение, которое будет понемногу вытягивать жизненную энергию из жертвы, тогда как их создательница останется нетронутой. В бою с ней ведьмак не мог рассчитывать на один только меч, чтобы заманить ее в ловушку и заставить принять материальную форму, был нужен знак Ирден. Так, тут полуденница... В общем, почти то же самое, да? Так, умерли насильственной смертью непосредственно перед или после своей свадьбы. Обезумевшие от боли и ненависти кружат они среди них в поисках своих прежних неверных любовников или соперниц. Но убивают каждого, кто попадется у них на пути. Да-да-да, короче, злые создания. В бою поможет. Бомбы. Да. Бомбы Ирден и бухлишка. Так, что мы можем сделать, кстати? Не хватает ингредиентов. Не хватает ингредиентов. Предмет уже есть. Так. Где ласточка? Можно было приготовить. Как-то белый мед, кошка, ласточка. Так, нужно понятно. Ладно. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Так, ладно. Пойдем. Тихо, тихо. Дайте кузнецу попробуем, Маш. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Так, давай-ка. А ну-ка, сделай замек. Сделай мне одну вещицу. Чертеж, военная кожаная куртка. Угу. Снова расписание данного предмета. Список ингредиентов. Понятно. Так, чертеж, уровень ремесленника слишком низок. Понятно, хреновый ремесленник, короче, у нас. Покажи, что покажи, у тебя что есть. У тебя есть на продажу. Так. Инструменты, так, одежа. +10, +5.
сапожки, перчатки, седло. Так, давайте вот это купим, наверное, ну, как-то получше вроде. Так, сапожки сколько стоит, не вижу. А, 197, да? Штанцы у меня вроде нормальные. Ну, давай вот так вот сделаем. Так, все, будь здоров. Так, рюкзак. Что-то... Ха-ха, нелепо выглядит как-то. Ну, что поделать. Так. Меньше, меньше, меньше. Штанцы тоже не очень какие-то. Так. Это продать можно. Так, да, попробуем продать. Так, тихо, тихо. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Показывай. Слишком продадим. Так, продать, 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 продать. Это тебе не нужно. Это пока оставим. Тебе ничего не нужно. Ну и ладно. Да. Бывает. Так, ладно, пойдем тут тварину завалим, наверное. Если получится, конечно. Так, сейчас мы с указателю, чтобы быстро переместиться. Выяснить, что привет полуницу к разрушенному хутору. Тогда духа мы уже нашли, мы его уже видели. Даже пытались его бить. Но как-то не удалось. Ох, мать твою. Быстренько. Так, что тут есть у нас? Мочи чутье. Ни хренашеньки тут, кажется, нету. Да? Ну-ка. Собачка. Ага. Все взяли. Опаньки. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Так, выяснить, что происходит. Используйте мяч, чтобы пройти по следам и своим телом, найти духа. Дневник может пригодиться. Согласен. Давайте почитаем. Так, рюкзак. Используем алхимию вещи для задания. Так, пожелтевший дневник. Так, 27 марта 12.50. Наконец-то Волькер подал жалобу на владителя в суд в Изиме. Перечислил в ней все битвы, какие мы от него претерпели. Как побил он Иоганна за то, что перед ним шапки вовремя не снял, как пьяный все поле вытоптал. Отступного платить и не думал, как ворвался на свадьбу Петера и право первой ночи домогался. И случилось то, о чем мы просили в молитвах наших Милитеэля. Признал судья наши жалобы и все задолженности ленные, что есть у нас перед владетелем. Отменил. Можем наконец основать собственное поселение, жить как вольные люди. Первый день на новом месте. Хуще хотор скромный, а для меня он лучший, нежели самые сказочные дворцы. Волькер окурил дом дымом орешника, чтобы злых духов отогнать, закопал у входа куницу, чтобы вору через порог не переступить, а потом подарил мне браслет красивее всех, что я в жизни не видела. Матушка сказала, что глупо это столько на побрякушки тратить, если у нас на лемехе и мотыги нету, и что надо браслет от купцу вернуть. Только через мой труп, никогда его не сниму. Всегда он будет мне напоминать о Валькере, о том, какие мы в тот день были счастливые.
Говорят, что владетель к нам собирается, будто хочет договор заключить. Склонить нас, чтобы мы в его деревню вернулись. Говорят, после того, как умер у него сын, сам он успокоился и больше не бесится, с чего попало. Ну, это мы еще посмотрим. Так или иначе, я отсюда уходить не собираюсь. Возможно, возможно. Может, он связывает душу девушки с этим местом? Браслет, так, значит, следы, говорите. Пятна крови едва различимы. Кого-то сюда тащили еще живым. Ну-ка. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Так, нападать же не будешь. Так. Давайте тут осмотрим все, мало ли. Так, все заберем. Так, тихо, тихо. Я не то хотел нажать. Кукла. Что еще? Так. Давай лутай. Так, ну-ка, здесь надо. Только не нападай на меня. Она не нападает. Следы крови почти исчезли. Но нитка крови по-прежнему видна. Что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти женщины. Судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и пусть потому и отвалилась. Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Да. Так. Ну что, нырять надо, что ли? Ну да. Браслет с орнаментом, ну точно. Так, вынырнуть. Как мне теперь отсюда выбираться-то? Это все здорово, конечно. Тут грибочки. Спустись в колодец так, чтобы поискать вещи. А, может, еще что-то есть? Не знаю, нет. Так, найдите выход из пещеры. Вот так вот. Я же взял, по-моему, странно. Ладно. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Варят
Лолькина. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа. Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Так, ладно, давайте искать выход. Может, туда, может, выход там. Ну, блин. Да что ты? Наверное, выход там надо нырнуть, и мы выплывем. Вот здесь, наверное, выход. Да что ты, дурак, делаешь? Опа. Смотри, там подожди, подожди. Внырёй. Ага. Начинаем туда. И ныряем. Да что ты разворачиваешься, дурной? Да что с тобой не так-то, Господи Иисусе? Твою мать. Ну плыви ты, Господи. Ох, так. Да, какое-то управление странное сейчас. Сделать масло призраков, выпить эликсиров. Так. Выпить эликсиров. Да придумал, конечно. Только масло мы пока не умеем делать. Эликсиров тоже мы не сделаем. Ладно, что, так пойдем. Господи, меч полетел. И браслет. И гни. Кажись, ей это не понравится. О, сработало. Ох, твою мать. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Твою мать. Тихо, тихо, тихо. Ну иди сюда. Конечно.
Черт. Не помню. Блин, оно регенерирует. Знаете, что надо валить, короче, отсюда. Все, валим. Одолеть половинцу. Так, она же за мной не пойдет. Смотрите. Идет. Валим. Блин. Тоже, блин, взялся. Так, алхимия у нас не пашет. Да, она побежали в деревню, короче. И быстренько сейчас. Наверное, мы... Это охотник. Мне бы к травнице попасть. Нет, мне нужна карта. Где травница у нас там? Так. Вот она, да? Чем до лесопилки она, да? Так, нужно указатель найти, короче. Ближайшее. Так, где у нас ближайший указатель? Тихо. Ах, блин, что так? Посмотреть. А, ну вот. Разворачиваемся и бежим туда. Колесо. Так. Лесопилки. Вот так вот. Эх, блин. Блин, хоть что же завалить ее, но сюда не получается у нас. Так, тихо. Травушки соберем. А, собрал. Да, что ты делаешь, дурак? Перепрыгивай. Так, Тамира. Да? Давай травы на продажу. Кое-что найдется. Только не помню, что нам надо. Ох, твоя мать, у меня много чего есть. Ну, надо вот это нам для ласточки. Так, это что у нас такое? Кровь гуля. Интересно. Так, а давайте посмотрим. Алхимия. Ладно, это понятно, не хватает. Масла против призраков. 4 беленьких цветочка. Ага. И эликсиры. Ласточка. О, чей-то мозг нужен еще нам. Ладно. Есть мозг. Было бы очень кстати. Ну, нету. Так. Давайте все, что есть, скупаем. Так, надо что-нибудь попродавать, а то у нас не хватает.
Алкогес нет, алкогес мы оставим. И у нас каламония, да, продадим. О, медовые соты. Не знаю, парочку продадим. Мясо. И мясо продадим. В принципе, жрать мы его не будем, да? Так, значит, собрали мы цветошков. Так вот. Ой, так, что нам еще нужно-то? Ну, в принципе, и все. Ну-ка, расскажи себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустно. Знаешь святилище Мелителли в Эландере? Знаю ли. Но я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослин. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Неннеки не захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе место, пока не попала сюда. Вот и вся история. Понятненько. Будь здорова. Так, свалить, значит, надо масло приготовить. Так, еще раз алхимия. Что нам для ласточки нужно? Так, мозг утопца. Ласточки и трава, понятно, ладно. Не хватает масла против призраков. Отлично. Так, давай лечиться, что ли. Или можно помедитировать. Что, пойдемте попробуем, завалим ее. Так. Лотвушка. Ну, короче, сейчас не получится, то тогда уже в следующей серии убьем. Черт, у этого призрака или как он там? Лихо у колодца. Так, уже близко. Отдохни. Так. Рюкзак. Что у нас там? Да, господи. Вот. Масло. Выбрать ячейку. Так, теперь меч будет носить больше урона противникам из земли этого типа масла. Угу. Так, а это что у нас такое? Не, так, ускорит восстановление энергии. Ладно, нам пока это не нужно. Что ж, попробуем.
Твою мать. Согласен. Блин, все. Твою мать. Ну иди сюда. Валим, валим. Так, отвалите, отвалите от меня. Твою мать. Понял. Короче, капец мне сейчас будет. Мы сдохнем. Так вот. Давайте, что там последнее сохранение? Где оно у нас? Надеюсь, недалеко. Я не помню, честно, сохранение. Может, автосохранение было? По идее, должно было где-то быть. Может, при быстром перемещение. Так, найдите духа. А, ну, по-моему, это мы где-то мы у лесопилки. А, ну все, понятно. Сравниться еще не разговаривали. Ладно, давайте на этом закончим. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, всем пока.